целый перечень культовых цитат Георгия Черданцева во время того самого репортажа матча «Россия-Нидерланды» в 2008. Тут можно вспомнить и «Колодин, пушка страшная», и «Ставь пенальти, не имеешь права», и, конечно же, триумфальное «До свидания». Ну-ка, сам можешь все! Ведь может же! Ну это гений! Я сейчас закончу вообще все! Вы видели это? Вы это видели? Вы видели, что сделал Аршавин? Гениальный гол сборной России! Аршавин с мячом! Ставит корпус! До свидания! До свидания! Россия в полуфинале! 3-1! 3-1! Россия! Вперед! Тот репортаж в исполнении Черданцева соответствовал великолепной победе сборной России и празднику для всей страны.